Всем привет! Продолжается тыквенный недельный марафон. Он заключается в том, что в течение недели, каждый день я готовлю рецепты, в состав которых входит тыква, как основной ингредиент. Сегодня уже второй день. На предыдущее видео я оставлю ссылку. Так что сегодня у нас тыквенный сок. Состав будет входить как основа, конечно же, это тыква, яблоки и корневой сельдерей. Самый лучший вариант, что все овощи и фрукты это с вашего огорода. Значит, что мы сейчас делаем? Ну, нам нужно порезать яблоки, сельдерей и тыкву на кусочки, чтобы пропустить через соковыжималку. Все продукты я режу на небольшие кусочки. Здесь рассчитано на один стакан, чтобы за один раз сок выпивался. Я никогда сок не оставляю на потом. То есть сок выжали и сразу выпили. Я добавляю совсем немножко сельдерея корневого, чтобы придать пикантность и замечательный освежающий запах и вкус. Для ребенка я сок этот делаю отдельно, только добавляю тыкву и яблоко. Сельдерей дети, как правило, особо не любят. Тыквенный сок готов. Смотрите, какой цвет. Красивый получается. Аромат от корневого сельдерея просто великолепный. Сейчас я еще покажу вам, какой он густой. Видите? Это за счет тыквы, потому что тыква у меня не водянистая. Практически идет прямо одна мякоть, хотя соковыжималка у меня выжимает без мякоти, но за счет тыквы сок получается не водянистый, то есть здесь воды вообще минимум, только от яблока. Этот сок, как я уже говорила, что нужно пить сразу, и сейчас я оставила еще на полстакана тыквы и яблоко, это уже отдельно для ребенка, я готовлю без добавления сельдерея. Вот такой ароматный, очень вкусный получается тыквенный сок. Можно выпить и на завтрак, и в полдник. Между прочим, очень хорошо утоляет голод на некоторое время. Получается, что очень полезный. Вы даже сюда не добавляете сахар, так как тыква и яблоки, они сладкие. И сладости вполне достаточно. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Заходите на канал, подписывайтесь, потому что у нас еще будут рецепты из тыквы. А я желаю вам приятного аппетита и всем пока!